Всем привет! Телеведущая Ксения Собчак заработала более 185 миллионов рублей за прошлый год, обогнав своего супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Журналистка задекларировала несколько квартир с жилым домом. Стоит отметить, что ее заработок за прошлый год превышает доходы супруга, который является художественным руководителем театра на Малой Бронной почти в десятикратном размере. Сам режиссер задекларировал 19 миллионов рублей. В его собственности имеются две квартиры площадью по 80 квадратных метров каждая. Одна из них находится в совместном владении с супругой, о чем свидетельствуют данные о доходах руководителей учреждений, подведомственных Департаменту культуры Москвы. А помните, как Константин Богомолов гонял на самокате по центру Москвы? Так вот, машины у него своей и правда нет. А вот у Собчак в собственности числится 3 земельных участка общей площадью примерно по 3000 квадратных метра, дом на 482 квадрата, 3 квартиры более чем на 600 квадратных метра и автомобиль Bentley Continental. Все задекларированное имущество обоих супругов находится в России. На днях Ксения поделилась новой фотографией в соцсетях. Телеведущая заявила, что собирается на премьеру спектакля к супругу. В шутку она написала, что ей тревожно от того, что вокруг мужа красивые молодые артистки. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!